В среду, 7 ноября в 19:00 на канале Ю смотрите программу «Час главы». На вопросы журналистов ответила глава муниципального района, руководитель администрации Наталья Паншина. Коротко о том, что спрашивали и какие ответы получили. С 2013 года наш муниципалитет выполняет программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Сейчас идет пятый этап. В 2018 году практически единственный город наша Печора стала выполнять эту программу по пятому этапу. Планировалось переселить 30 тысяч квадратных метров и более 623, практически, наверное, 623 семьи должны были изменить условия проживания в лучшую сторону. Но столкнувшись с определенными трудностями, связанными с недостоверными данными, нам пришлось эту программу значительно сократить. Программа подходит почти уже к завершению, и можно сказать, что на 1 ноября мы улучшили условия у наших семей, это более 400 семей. По программе капитального ремонта жилого фонда Печора была в аутсайдерах. В прошлом году было отремонтировано 2 дома, в позапрошлом всего один. Те средства, которые выделялись республикой, а именно фондом капитального ремонта, реформирования ЖКХ, мы полностью не использовали, то в этом году мы практически все средства, выделенные нам, использовали полностью. Будет отремонтировано 10 многоквартирных домов. Это в первую очередь, конечно же, кровли. Уже 3 кровли мы приняли у подрядчика, и 7 кровель у нас и других видов работ находятся в стадии завершения. Я считаю, что 10 домов для Печоры, но это очень хороший показатель. В рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году приводили в порядок парк имени Володи Дубинина. По словам главы муниципалитета, завершен лишь первый этап. Следующий год мы практически с 1 мая начинаем выполнять второй этап. Продолжаем укладывать дорожки, продолжаем устанавливать дополнительное освещение. Кроме того, закуплена уже спортивная антивандальная площадка, которая будет уже в мае устанавливаться для жителей, особенно железнодорожной части. Им там не хватает спортивных сооружений для массового пользования. Ну и кроме того, конечно же, будут устанавливаться и детские аттракционы. Следующий год, потому что у нас будет такой ударный по этому парку, и мы должны его на следующий год уже практически завершить по благоустройству. 2019 год для нашего города юбилейный. Печоре исполняется 70 лет. Журналисты поинтересовались, как пройдет праздник. Ну, у нас не только будет 18 января праздник для всех, у нас будет праздник весь 2019 год. Программа подготавливается очень обширная. Но так как у нас праздник зимой в январе, то, конечно же, мы планируем благоустроить более интересно, более качественно нашу площадь юбилейную, так как, учитывая зимние каникулы детей и длительное зимнее время темное, то будет более освещена она. Но самая больная тема Печоры – дороги. Этим летом ремонт картами так и не дождались. На следующий год запланировано значительно больше средств, значительно больше, больше 20 миллионов. И я думаю, что на следующий год все-таки печерцы увидят ремонт дорогами, картами тех самых опасных участков, самых таких сложных, самых, как сказать, не отвечающих требованиям. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы работа была выполнена. Это лишь малая часть разговора с главой. Полную версию программы смотрите в среду в 19:00.